тут патроны летят так же, как я метаю мусор и коробки. Чё за дичь, а? Капец. Так, у нас есть ключ от машины. Открываем, значит, замок. Что у нас тут? Ну, я ж могу открыть. Вот. Лом! Ништяк. Лом нам понадобится, чтобы снять доски. Ключик, значит, мы оставляем здесь, в машинке. Пусть лежит. Тихонечко крадемся за соседом. Вот так вот. Сосед. Он поднялся на второй ярус. Мы можем спокойно снять эти доски. Ага. А-а-а, нужен ключ. Нужен ключ. Нужен ключ. Где-то еще спрятан ключ. Ты смотри-ка! Из моей квартиры бежит! Пока я тут шастал, он у меня деньги спер. Ах ты. Хорошо, что я успел пистолет купить. Чё ж я дверь-то не закрыл, а? Капец. Давай, братуха, спринтуй, давай быстрее, беги, беги, беги. Еще чуть-чуть осталось прибежать улицу, а то тебя собьют автомобиль. Блин, как же ты медленно бежишь? Если тут реально тачки ехали, его бы уже, наверное, раз 20 сбили. Ну, чуть-чуть. Есть, он наконец преодолел дорогу. По-любому в школе на физре он прибегал самым последним. Значит так, мы идем сейчас с тобой к лифту. Лифт. И отправляемся на цокольном этаже, мы уже были, в пентхаус. Все, поехали. Опачки, а вот и пентхаус. У нас здесь есть компьютер какой-то, который мы забрали. Видимо, мы можем его продать, получить огромные бабки. Что мы, собственно, и сделаем. Все, получается, здесь у нас пока доступно 3 этажа. Едем на первый. Я сейчас удивлюсь, если вот этот вот старый дряхлый компьютер стоит дороже, чем ноутбуки. А еще мы понаблюдаем за воришкой. Как он проникнет в нашу закрытую квартиру. Вон он бежит уже, бежит. Пока давай вкинем с тобой вот этот компьютер. Есть. И проверяем, сколько он стоит. О май гарбл, 3512 коинца. Еее, скоро дрону купим. Воришка, а ты где? По-моему, он смылся. Он в окно увидел меня и смылся. Значит, купим с тобой один патрончик. Хочу проверить на соседей, каково это. Что это нам даст? Надо будет к нему прям в упор подойти, чтобы не промахнуться. Так, патрончик. Где-то у нас там. Патрончик. Вон патрон. Нифига себе, это что, боеприпас такой? Ты посмотри, какой он здоровый. Глянь в коробку. Ладно, берем его. Так, есть снаряд. Сосед, ты что такой грустный? Давай я тебя повеселю. Иди сюда, соседушка. Оу! Оу! Да уж, как у него голова качается. Закрываем, короче, тут двери. Осталось найти ключ. Ключ, 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 ключ. Мы не были еще... О, я вот эту... Кресло-качалку могу стырить? Ну, давай возьмем. Еще и вот табурет могу взять. Ключик, где же ты можешь быть? Вот тут, может, он спрятан. Опа. Диск. Ладно, лом здесь оставляем. Берем диск. Пригодится. Кстати, этот диск, возможно, нужен был секрет для компьютера, который мы только что продали, да, наверное? Может быть, мой вот этот вот ноутбук все-таки читает эти диски? Давай попробуем. А может быть, мы войдем в систему доказательств и посмотрим, тут что у нас есть. Так, BR3VC, P58FC. По-моему, так. Опа, 33% собранных доказательств. Угу. Ладно, давай попробуем... Диски... А, подожди, мы же табурет, кресло-качалку, точнее, притащили. Попробуем ее продать. Ну-ка, снякось. Не, фигня, кась. Давай тогда дискету вкидываем. О, ништяк, мой дрон, можем теперь позволить себе купить. Дрон, 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 покупаем дрон. Сейчас нам его привезут. Отличненько. Опа, а ну иди сюда. Кстати, его же можно было с пукалки, блин. А у меня патронов нет, я их пустил на соседа. Давай посмотрим, может, у меня денег еще хватит на один патрон. Шугануть этого воришку. О, да, хватает. Ну все, воришка, держись. Вот он, патрончик прилетел. Из ниоткуда. А вон он, дрон. Смотри, какой он здоровый. Вау. Так, взяли дрон. Бросаем его. Как бы. Стой, 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 не уезжай. Где бы мне тебя разместить? Ладно, давай здесь. Только не уезжай от меня далеко. Сейчас я пультик возьму. Точнее, джойстик. Все, мы взяли джойстик. Вот он, вот такой вот джойстик. И... Воу, запустили его. Так, нажмите кнопку плюс, чтобы открыть-закрыть камеру. Хорошо, давай камеру врубим. Камера, где ты? Вот она, камера у нас появилась. Вау, офигенно, слушай. Тихо.
Поднимаемся. А подожди, это же я себя смотрю. А где я, собственно? Ты видишь меня? А меня-то и нет. Я не существую. Сейчас давай-ка подлетим прямо в упор к себе. А где я-то? Здорово! Я пролетел сквозь себя. Ладно, разворачиваемся. Полетели к нашему соседу. Сосед, здорово, как ты относишься к дронам? Управление тут, конечно, адское. Заходим в дом. Так. Шпионский дрон, блин. Соседушка, ты где? Сосед. Он что, не слышит, что у него дрон летает по квартире? Ты видишь забор? На лестнице забор. Он там промелькивает. Почему-то, откуда-то, я понять не могу, откуда. Сосед, ты где, ё-моё? О, здорово. Здорово, здорово. Ты чё такой печальный? Ну-ка. Он прошел сквозь моего дрона. Ну что это такое? Кстати, он даже не обращает внимания вообще на дрона. Ладно, короче, давай-ка мы взлетим на самую максимальную высоту, посмотрим сверху. Ну давай, давай, выбирайся из квартиры. Ну что ты застрял, что ли? Есть, мы выбрались. Ништяк. Ништяк, ништяк. Где я? Я его у него в сапогах. Все, взлетаем на максимальную высоту. Вау, круто, это вот максимум. Это максимум. Что мы здесь имеем? Мы можем, по-моему, пролететь вот сюда, да? Вот тут, видишь, окно? А, нет, это вентиляция, мы не можем туда пролететь. Хорошо. Опа! Смотри, что там? Что это там за свет? Смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Пароль какой-то. Ну-ка, опускаемся. 8240. Что тут у нас? А, это мы тут компьютер стащили с тобой. Ой, кажется, я в лифт попал. 8240. Что это за такое? Куда это можно ввести, а? Ладно, все. Сейчас посадим нашего дрончика. Остановить. Остановить дрона, я сказал. Короче, просто пульт выбрасываем вот так вот, и все. Так, дрончик, ты... Подожди, надо его в квартиру все-таки убрать, а то он сейчас укатится куда-нибудь. Здесь ты не будешь катиться? О, здесь не катится. Все, пульт и дрона заставляем здесь. Надеюсь, воришка его не стырит. Кстати, а где воришка? Я в него хотел пульнуть. Нашел, короче, у соседа коробки. Сейчас попробуем их продать. О, мусор! Мусор, мусор, мусор. Сейчас, подожди, карточку выкидываем сюда. Берем мусор. Пойдем продавать. Мусор продан за 323 коинса. Коробочка продается у нас за 0,652. Ты глянь-ка, я могу открыть почтовый ящик соседа. Что же там? А там пусто. Пусто, ничего нету. Подожди, а может я свой теперь тоже могу открыть? Нет, свой не могу. И где же последний ключ? Тебе необходим Old Key. Блин, я вот когда для пистолета пулю купил, именно для вора, я что-то его не вижу. Где он вообще ходит, а? Это воришка. О, кстати, почтальон идет. Почтальон, ты почту принес? Ты принес мне что-нибудь? Почему я не вижу твоего лица? Ты такой темный. Да и ты сам тоже такой темный. В темной одежде. По темной-темной улице идет. В темной-темной одежде. Темный-темный человек. Итак, посылочку ему оставишь, нет? Закинешь ему туда что-нибудь? Так, что-то он туда руку засунул, смотри. Все, закрыл. Ну-ка проверим, пока соседа нас... Письмо. Отлично, забираем письмо, валим. Письмо стырили у соседа прямо на глазах. А, у меня тут закрыто. У меня закрыто. Соседушка, тихо-тихо-тихо, не паникуй. Нифига себе, ты спринтанул, эй! Вася! Не-не-не, тихо! Фух, у меня что-то хотел кинуть. Ну ты, может, выйдешь? Ты четырюга! Запрещено! Зато письмо у него стырили. Так, хорошо. Вкидываем сюда письмо. Это улика. Улика на нашего соседа. Открыть мы это письмо, конечно же, не можем прочитать. Ага. Отчет отправить. Ой, сколько нам денег привалило. Чем мы можем еще там прикупить? А, пульт дистанционного управления. Для чего это, я не могу понять. Не совсем понятное описание здесь. Ну давай купим, посмотрим, что это нам даст. И заодно зайдем в базу доказательств. Посмотрим, что там у нас по письму. Ого, 66% собранных доказательств. Неплохо. И там уже пришел наш пульт. Так, воришки нет? Не видимо? Вроде нет. Воришки не видно. Так, где там мой пульт? Нифига себе, он здоровый. И для чего он нужен? Ready, нажимаем. А, я вижу соседа, где он бегает. Сквозь стенки я теперь могу за ним наблюдать. У меня ровно 22 секунды. Подожди, подожди, подожди. Не-не-не, бросаем его. Время... А время все равно идет. Твою ж налево, зачем? Ну,
Как мне его остановить? Стой! Блин! Профукал момент. 5 секунд. Короче, сейчас батарейки сядут и все. И этот пульт можно выкидывать. Ага. Всё. А, перезарядка 297 секунд. Круто, вот это классно. То, что перезарядка, это классно. Так, больше ничего там нет? Почтальону ему ничего не приносил, вроде нет. Может, мы какое-нибудь другое письмо найдем, не знаю, в будущем. Так. Коробочка какая-то вскрытая. Ух ты, смотри, мы контейнер мусорный-то можем открыть. А там есть что-нибудь? Нет, там, по-моему, пусто. Где же последний ключ, а? Как ты думаешь? Куда он мог его спрятать? Так, в этой комнате мы еще не были. Точно, из-за камеры мы сюда не заходили. Так, меня спалили. Опа! Нетбук! Мы взяли карти... Что это за рисунки какие-то, а? Там машинки какие-то. Красные какие-то пятна непонятные. Там пароль, по-моему, или еще что написано? Вон там, за полями, видишь? Справа за полями, внизу. Что-то написано, не могу разобрать, что. Кажется, мы свистнули у Гитлера его школьную тетрадку, разрисованную. Значит так. Что там по отчетам? Сколько это вообще стоит? 2777, огонь! Переносная рация. Если у вас есть эта рация, вы можете использовать функцию невидимости. Вы остаетесь невидимым в течение определенного периода времени. Классная штука, но денег у меня пока не хватает на нее. Слушай, есть у меня одна идейка. А что если старый ключ на нем? Который нам нужен, последний ключик. Давай-ка попробуем. Вот так. Так, ключ есть у тебя, а? Мне ключ нужен. Блин, я не вижу на нем ключа. Ты видишь на нем ключ? Нет, я тоже не вижу ключ. Чё ты смеешься, а? Где ключ? Признавайся, где ключ последний, старый? На нем нет ключа, блин. Я уже все здесь обшастал. Смотри-ка. Шпионская камера. Если вы покупаете камеру секретного агента, вы можете увидеть невидимый текст внутри игры. Нужно срочно поднакопить на эту камеру. Так, смотри, воришка. Воришка, у меня как раз есть патрон. Сейчас он подойдет поближе. Вот так вот спрячемся. Посмотрим, что он будет делать. А ну стоять. Стоять, тебе говорю. Я в него попал, но ему по барабану. Ему пофиг вообще. Вот так вот. Просто профукал патрон. Что это за фигня? Подожди, я подошел, смотри. Здесь открыть можно вот эту штуку. Это кладово... Кладово... И сейф! Вон оно чё. Все понятно. Вот откуда пароль-то. Так, дрончик нужен. Дрончик. Добрый день. Куда вы крадетесь? Пока. Выбегаем быстренько. Так, он выпнул дверь. Кажется, он с нами гонится. Так, сейчас мы запишем. Ой, этот еще. Эх ты, козелина, блин. Патронов жалко нет. Теперь-то ясно. Что это за цифры там на последнем этаже? Поднимаемся наверх. А я-то уж переживал, что это для компьютера. И дискета тоже для компьютера нужна была. 8240. 8240. Окей. Все, мы запомнили. Если что, давай дрончика здесь оставим. Пусть он тут вот так вот постоит. Все, отрубаем. 8240. Я запомнил. Я запомнил. Так. Так, вот. 82. 40. 4. 0. Enter. Отлично, открыли! Старый ключ. Покажите мне этот старый ключ, где он? Вот такой вот древний старый ключ. Пойдем открывать. Последний замочек остался. Ну-ка. Открой замок. Открываем замок. Оу, мозги? Серьезно? Так, ладно, значит, ключ выкидываем, карту выкидываем. Фу, как это все воняет. Забираем мозги, а вот это что такое? Что это за фигня? Непонятно, какая-то фигня. Ладно, все, кажется, мне нужно отсюда валить. Бежим с мозгами скорее. Вор, смотри, что у меня есть, смотри. Смотри, мозги, это, походу, твои мозги. Мозги вкидываем сюда. Так, отчет. Отправить. 8359. О-о-о-о. Я могу купить шпионскую камеру, покупаем. Конечно же, функцию невидимости попробуем. Ну-ка. Рация, вот она. И там еще что-то должно быть. Там еще мне должно что-то прийти. Черт подери. Есть, достал. О, смотри.
Камера как показывает. Мы можем теперь находить шпионский текст. Это круто. У нас в доме ничего нет шпионского. Смотри, 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 как я могу. Хопа. Камеру вот так приблизил. И рассматриваем. Так, сейчас по квартирке пройдемся. Короче, давай врубаем нашу рацию-невидимку. Опа. Все, я теперь типа как этот, ниндзя. Нас, по идее, не видно должно быть. Да? Да, нас не видно. Отлично. У-у-у-у-у. Доставим нашу камеру шпионскую и смотрим. И смотрим, нет ли тут ничего шпионского. Текста какого-нибудь. И на втором этаже у нас ничего, вообще нигде ничего, никакого шпионского ничего не видно вообще. Где текст-то шпионский? Здрасте. Оу! Это было больно. Сколько у нас времени? Уже ночь на дворе. Ладно, давай подрыхнем. Опа. Так. Смотри, 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 спецназ приехал. Воу-воу-воу! Есть у меня идейка, короче, подняться в пентхаус и посмотреть, нет ли там чего-нибудь скрытого. Угу. Да, вот он этот текст. Вот тут вот он виден. Но я его почему-то запалил дроном. Все ясно, для чего эта штука нужна была. Все опробовали, все предметы купили. Опа, вор, смотри, смотри, вот. Прямо из квартиры выбежал. Ах ты, негодяй. Ну, все равно я уже все купил. Не так уж и жалко. Думаю, что можно начать расследование про нашего соседа, да? Авторизироваться. 100%. Все. Начать расследование. Полиция, полиция, полиция выехала. Так, 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 так. Где копы? Вон они, копы. Вон сосед выходит. Смотри, смотри, полицейский как крадется с дубиной. Ух, сейчас будет что-то веселое. Сосед ругается. Он идет на копа. Нет, он идет на меня. Какого лешего? Что происходит? Коп, спасите меня! Он убегает от вас! Хлыбыщ ему, нифига себе! Вот это мощный удар! Спасибо вам, офицер. Как вас зовут? Не могу прочитать, я ослеп. Чё, чё, всё? Вы его забрали? Кажется, нашего соседа забрали. Серьезно? Здрасте. Пойдем-ка посмотрим. Сосенушка. Я слышу, что он как бы ходит. А, вон он, смотри. Его не забрали копы? Его, походу, забрали и отпустили. Ну, вот, в принципе, и все. Получается, что всю игру мы прошли. Мы посмотрели, что... это злостный сосед, которого ловила полиция. Его в итоге поймали, но почему-то отпустили. Наверное, он заплатил какую-то страшную сумму за свой выкуп. Денег у него явно больше, чем у меня. Если он может позволить себе купить мозги на черном рынке. Ух, давай мы станем невидимыми. А, невидимка еще не работает, 48 секунд, ясно. Ну, в общем, вот такая вот игруха, мы ее всю с тобой прошли. Но не забываем, что это ранний доступ. Конечно же, когда разработчик доделает ее полностью, она будет длиннее. У нас будет еще больше этажей. Ну и, соответственно, лифт получит полный функционал. Так что ждем. Ну а на этом все. Тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайкос, оставлять комментос под видос. Ну и подписывайся, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Беги, Форест, беги. Ага, все, добежал. Танцевать начал.